Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс, мы продолжаем проходить Ведьмака. В прошлой серии, точнее в конце ее, мы неожиданно договорились с Винсентом Мейсом, чего я никак не ожидал. И теперь мы, в принципе, можем попасть на кладбище, где и достанем труп. Что? Ты мог бы отдать мне тело заключенного для вскрытия? За бутылку хорошего краснолюдского пойла. Что может быть лучше хорошей выпивки? Вернемся к делу по поводу заключенного. Куда кинуть тело? В лечебницу. Будет там к вечеру. Прощай. Договорились. Что? Хорошо. Но сон... Вряд ли... Что? Так. Я хочу... Невозможно. У меня есть разрешение от капитана Мейса. Вот ключи. Прощай. Спасибо. Так, хорошо. Осмотреть кладбище, вход на кладбище. Пошли, осмотрим. Чё? А чё бы и нет? Днем тут не так прикольно, конечно. Надо сюда идти ночью. Но я думаю, там есть костер, возле которого можно подождать ночи. Тут всякие гули, альгули, всякая другая дрянь водится. Так, вот труп разбойника. Цветочки. Волчий глаз, неизвестное растение, чимерица. Гуль. Очень просто. Когда хороший меч в руках, все очень просто. Труп Реймонда? Что за дерьмо? Сдохли уже наконец-таки. Такс. Давайте-ка соберем то, что с них тут понападало. Труп Реймонда. Повышает наносимое повреждение на 40%. Нужно рассказать Талеру о доказательствах его невиновности. Подозреваемый Лео Варден. Что скрыто от глаз?
должен вступить в конфронтацию с Азаром. Должен рассказать могильщику. Так, ну много всего. Честно говоря. Но, блин, хорошо, что я его нашел. В прошлых своих прохождениях мне Реймонд не встречался. Ну, я, конечно, потом понял, что это был Явет, но тогда уже было слишком поздно. Ну вот, как видите, это ненадолго, но фонарик был бы, в принципе, неплохой. Альгуль. До свидания. Костный мозг? Нет, трупный яд, блин. А как же с них доставать костный мозг? Что так где написано? Скорее всего, надо какие-то книжки читать, чтобы... Сундук. Где тут сундук? Ну да, скорее всего, где-то там. Так. Я хочу обследовать этот погреб, так сказать, этот склеп. Потому что, ну блин, тут много всего. Тут может быть много полезных вещей. О, 3 есть. Хорошо. И топор даже возьму. Так, ну у меня теперь 2 этих штуки есть. О, кинжал хороший. Блять, как отсюда выбраться? Нихера не вижу. Ага, вот теперь вижу. Такс. Это что такое? Неизвестный эликсир. Не знаю, что оно дало, но тем не менее. Такс, я просто вслепую тыкаю. Но пока что, как вы видите, это приносит свои плоды. Каменная урна. Ага, нет места. Ну и ладно. Так, тут еще какая-то комнатка. Гуль. Все, нет гуля. Был гуля и нет гуля. Что-то я поднял такое. Ну, короче, я могу уже себе скрафтить неплохой мечуган. И все, да? Я уже весь этот склеп облазил. А нет, смотрите, один поворот я таки пропустил. Так, вот тут я не был, верно? Да, тут какая-то бочка. Так, давайте-ка просветим. А тут ничего и нету. Поэтому можно спокойно отсюда уходить.
Блин, это была полезная штука. Я тут много всего нашел. Тем более сейчас, когда я знаю, что Явет сейчас принял образ Реймонда. Что? Смешно. Такс. Ворота в купеческий квартал. Сберто. Печально. На самом деле, я думал, прокатит. Не прокатил. Такс, вот тут сундук какой есть. Блин, вот вроде важная вещь, а не вазает. Хорошо, теперь можно уходить. Где тут выход-то? Вход в склеп, купеческий квартал и наш выход. Храмовый квартал. Хорошо, разобрались. Теперь осталось продать тут ножичек, топорик. Еще обязательно нужно поговорить с Шанни, ну то есть сделать вскрытие, то есть по-любому просто. И где-то бы надо бы книжицу найти по алхимии. Даже не по алхимии, а больше по вот этим вскрытиям. Короче, судебная медицина. Где-то я ее встречал, но я ее не купил. Здорово, Зигфрид. Ты говнюк. Ты мне не помог. Вечный огонь. Наполни мое сердце. Вечный огонь. Тупые фанатики. Я его жлобство сказала, что на улицах полным-полно разбойников и головорезов. А по ночам повсюду бродят чудовища. Да еще нелюди восстали. Куда катятся? Да вообще. Че это они восстали? Талер? Ты странный. Какого хера Таллер ходит прямо по улице? Это ненормально. Спать хочется. Ты травница, так? О, антиквар. В чем? Я не часто встречаю мудрецов. Я не часто. Так, ладно. Не будем об этом, да? Книга страха и отвращения, том 2. Второй том научной работы, посвященный падальщикам. Херня. Призраки, привидения и проклятия. О болотных растениях, о ритуальных растениях. О подземных растениях. Книга страха, это первая часть. Зириканская алхимия. Бомба, херня. Мечта дракона, содержит формулу мечта дракона. Охренеть. Болотное чудовище. Полевые растения. Судебная медицина. Вот трактат, посвященный роли медицины в расследовании преступлений. Ну, такое, в принципе. Дрова откуда не возвращаются. Так. Насекомые, другие паразиты. Книга ласточки была. Метаморфозы против нелюдей, дарвары. Введение в магию, основы алхимии, путеводитель по Веземе. Так, пророчество. Это знакомые книги. Манускрипты. Сказки и предания, история мира. Вот я только судебную медицину, в принципе, признаю, как
Мощь голема, вот это надо прочитать, и формула зелья. Давайте это прочитаем и купим вот эту книжку по судебной медицине. Такс. И такс. Это все я уже читал, да? Чё? Держи. Дай мне... А, нет, вот это. Судебная медицина. Так. Ну, вроде все. Так, чё у меня по квестам теперь? Книги, свитки, рукописи. Анатомия. Какими методами пользовался Азар? Хорошо, то есть мне нужно дождаться вечера. Получается так, да? В дом детектива? А зачем мне туда сейчас идти? А что это? Осталось найти только один последний Сефирот. А, понятно. Я должен прямо вступить в конфронтацию с Азаром. Кому-нибудь из... Так, ну блин, мне нужно со многими поговорить. Привет. Давайте займемся сначала Таллером, потом Мейсом, который, в принципе, захочет по-любому мне помочь. По этому поводу, потому что он давно уже точит зубы на этого товарища. А Таллера-то нету, смотрите. А Таллера-то, суки, нету. Где-то по городу шляется. Хорошо. Такс. Винсент Мейс. Ты мне должен помочь по-любому. Да. Я знаю. Умирай. Я знаю, что это Реймонд. Кто такой Реймонд? Реймонд, лидер Саламандр. Поверь, ведьмак, у Реймонда есть все причины ненавидеть Саламандр. Кроме того, их возглавляет Евет. В том-то и дело. Евет и Реймонд одно и то же. Саламандра убил настоящего детектива и использовал его доброе имя, чтобы обтяпывать свои дела. Он воспользовался иллюзией. Как ты это выяснил? Я нашел Реймонда. Дорогой капитан, дедуктивный метод – самый надежный инструмент детектива. Значит, Реймонд. Ладно. Скоро полнолуние. Буду за ним приглядывать. Улажу бумажные дела, ордера и тому подобное. Это недолго. При чем здесь полнолуние? Ни при чем. Забудь об этом. Терпение, ведьмак. Очень скоро мы схватим этого ублюдка. Никогда не слышал поговорку. Хочешь, чтобы что-то было сделано правильно, сделай это сам. Ты о чем? Абсолютно ни о чем. Забудь об этом. Ах да, чуть не забыл. Если это правда, а я подозреваю, что так оно и есть, то я вынужден признать, ты молодец. Спасибо. Я знаю про... Умираю. Поговорим. Окей. Значит, Винсента мы убедили. Теперь. Мне бы найти чертового Таллера. О, Таллер, он где-то там шляется. Ну, сука, стой. Мне нужно с тобой поговорить. Таллер. О, не уйдешь. Ну так что... Я вычислил... Точно. Так, подожди, я еще вернусь. Таллер, стоять. Ну... Я... Договор... Евет использует личину.
чтобы замаскироваться под Реймонда. Сам детектив мертв. Йвет пытался навязать мне свои планы. Он хотел, чтобы я стал подозревать Винсента, могилу и Калькштейна. Даже не знаю, что сказать, ядрёна вошь. Еще чуть-чуть, и он нас всех поимел бы. И как ты собираешься прикончить этого сукина сына? Мне нужно как-то его ослабить. Но я пока не знаю, как именно. Поговори с людьми, на которых он тебя натравил. Один из них должен знать способ. Угу. Спасибо. Так, подожди. Я заодно тебе продам кое-что. Пару таких ненужных вещей. И я могу уже скрафтить меч. Вот это вот говно забирай. Но мне вообще не упало. Так. И вот это вот. Такс. Вроде все остальное нужно. Так, ну что, пошли побазарим с могилой. Мне слишком мало платят за такую работу. Могила, Леуарден и остальные. Говорят, боги послали глашатая. Кого там я еще пытал? Вечный огонь. Калькштейн был, точно. Могила. Что тебе? Я вычислил Йведа. Годится. Ты приобретешь элемент неожиданности, но будешь драться один с сильным колдуном. Может быть, у Калькштейна есть какие-нибудь идеи? Хорошая работа, волк. Угу. То есть ты мне не поможешь, да? Я раскусил. Слушай. Я... Годи... Может... Хорош. До встречи. Так, ладно. Значит, я не могу тебя убить, да? Ладно. Остался только Калькштейн. Из таких, из главных, можно сказать, подозреваемых. А может, Зигфрид мне поможет? Хотя я его не подозревал, но все-таки. Наполни мое сердце. Он же рыцарь ордена. Гер, это мне. Ага. Ладно. Ну все, тогда пошли. Толк с тобой говорить. Что мы. Так, вы все пошли, почти пришли. Вивальди. Вот, Вивальди, точно. Я же еще Вивальди подозревал. Здорово, старик. Я знаю, что... Детектив Реймонд? Хм. Что настоящий детектив мертв. Азар Йвет... Невероятно. Должен признаться, я потрясен, Геральт. И что же ты намереваешься делать дальше? Понятно. И убери с лица эту ухмылку. У меня и без того кошмары по ночам. А теперь серьезно. На твоем месте я попробовал бы связаться с Калькштейном. Угу, на спасибо. Каждое заклинание должно быть контрзаклинание. Возможно, алхимик сможет тебе помочь. Да, спасибо. Я выяснил, с кем связан Азар Йвет. Любопытно. И с кем? Я еще верну. Ага, я узнал, да. Узнал, но я забыл, бывает. Это, блин, так выглядело. Ладно. Но тогда уже точно все. Калькштейн, последняя остановка. Блин, насколько же вариативная есть эта игра. Я просто как первый, второй раз я проходил, я даже и не представлял, что тут столько всего.
Я знаю, что на самом деле за саламандрами стоит Реймонд. Ты уверен? Да, у меня есть неоспоримые доказательства. Азар убил Реймонда и выдает себя за него при помощи иллюзий. Каков мошенник? И что ты собираешься предпринять? Лучше тебе не знать об этом. Будь осторожен. Он очень силен. Его надо отрезать от источника своей силы, стихии огня. Как? Замани его в место с нестабильной магической аурой. Куда? Хорошо бы, чтобы это место было окружено водой, противоположной стихии. Башня на болоте. Идеально. Там ты сможешь победить. Согласен. Я пришел по... Ты принес ко мне? Нет. Нет. Я по поводу крови гулей. Ах, да! Из предместья, верно? Но неважно. Вот она. Вот она. Вообще-то она мне больше не нужна, но я найду ей применение. Yes. Такс. Теперь осталось только, в принципе, разобраться с вскрытием. Все, больше ничего. Давайте заночуем и вечерком к лечебнице или уже к самой Шане. Так, ну чё, подождем. У меня тут целых 6 талантов и уже 2 серебряных. Поэтому сразу же. Отражение удара, иммунитет. Сюда. Вкидаем тут же. Иммунитет к ослеплению, херня. Уклонение 20%. Вот это вот. Вероятность остановить воспламенение плюс 50% прям. Атака и уклонение сюда же тоже неплохо помогут. Сила. Здоровье плюс 75. Отражение удара 5%. Повреждение плюс 10. Сопротивление кровотечению и нокауту 10. Удобно. Так, выносливость. Энергия. Это говно. Строить доступ к 4 уровню знаков. Могу. Очень полезно, наверное. Охуеть. Так, ну, игни я не так часто пользуюсь, что прям броня противника, кровотечение. Это кровопотеря. И урон увеличится значительно. Вот тут атака плюс 100. Вообще хорошо. Ну-ка сюда. Вот сюда бы вкинуть еще один серебряный талант. Было бы круто. Уклонение тут лишь плюс 5. Но серебряный меч стал бы намного лучше. Тут уклонение можно плюс 10 прокачать, и вообще будет все офигительно. Тут плюс 20. Тут атака и уклонение, тут только уклонение. Поэтому давайте сюда вот вкинем. Я буду качаться через ловкость в любом случае. Такс. Атака. Боль. Так, и теперь еще бронзовые таланты осталось повкидать. Такс. Давайте-ка в серебро кидать. Так. Только с 3 противниками, то почему бы и нет. Ну и сюда давайте кровопотерю вкинем. Так. Куда коллекционер? За ними Бабы присматривает босс. Так что приходится это... О. Сейчас перестанешь быть таким крутым. О. Ах.
конечно, не тем мечом решил его законопатить. Какой-то он мощный. Ну ничего. Так, ну чё, пошли в лечебницу теперь. Это мне в лечебницу или всё-таки в дом нужно? Так. Ушани. Хорошо, что ты здесь. Вот и ты, наконец. Приступим к вскрытию? Давай, да, начнем. Конечно. Мы все умрем. Надежды. Начало вскрытия. Раса – человек. Пол – мужской. Ранения – проникающие. Трупного окоченения нет. Уровень дегидрации тканей. А можно без жаргона, Шани? Мы же не на лекции. Как хочешь. Он умер вчера. Его порвали на части. Оборотень? Может быть, оборотень? Луна полная. Разве труп не должен превратиться в ликантропа? А, ну да. Ты права. Не надо меня проверять. Я профессионал. Пошли дальше. Ну что ты думаешь? Что ты думаешь? Это ничего не значит. Его могли разорвать гули. Кладбище ими просто кишат. Значит, на части его разорвали уже после смерти. Умер он не от этих ран. Не от этих. Но есть множественные колотые раны. Нож. Шириной в 2 пальца. Обычный. Внешние признаки – это еще не все. Напряжены мышцы шеи и ладони. Откуда ты знаешь, когда он умер? Обычно я делаю выводы, основываясь на окоченении мышц и дегидрации тканей. Но тут что-то не так. Слишком долго длится трупное окоченение. Как говорят, дотошность – основа успешного вскрытия. Ну что, углубимся в тему? Давай проверим внутренние органы. Давай. Симптомы необычные, и, думаю, причина смерти тоже была необычной. Эти раны слишком очевидны. Я подозреваю что-то большее. Яд? Если и так, то редкий вид. Может быть, даже алхимическое зелье. Калькштейн? Дай-ка я проверю печень. Ага. Поражена циррозом насквозь. Признак сильного яда. От этого на версту разит алхимией. Что-то тут не так. Это слишком просто. Ну, иногда жизнь бывает и простой. Ты уверена, что яд – это единственное объяснение такому необычному трупному окоченению? Самая вероятная причина. А почему ты спрашиваешь? У меня мерзкое предчувствие, что за этим скрывается нечто большее. Магия часто ведет к необратимым изменениям мозга. Нужно заглянуть внутрь. Чё там? Есть мозг? Вскрывать череп – это всегда удовольствие. Геральт, да? Видишь изменения в структуре мозга? Какая личинка прелесть. Личинка зериканской мухи ЦЦ. Очень опасной мухи. Ты нормально себя чувствуешь? Лучше, но как они попали к нему в мозг? Это часть их цикла развития. Если бы мы были в Зерикане, я бы сказал, что муха забралась к нему в нос и отложила там яйца. Насколько я знаю, мы все еще в Темерии. Это нам очень сильно повезло. У нас слишком холодный и сухой климат. Мухи ЦЦ здесь не приживаются. И даже если у кого-то нашлись эти яйца, этому кому-то пришлось запихивать их в нос покойного. Ну не да. Понимаю. А как выглядят эти яйца? Маленькие, беленькие, можно запросто спутать с мукой. Или с физштехом. Геральт. О, точно. Он нюхал физштех до того, как умер. Я сама ему его дала. Он очень страдал, а других обезболивающих не было. Но я думала, это порошок из надежного источника. Откуда ты его взяла? Его достал для меня твой друг-детектив. Понятно. Сказал, что это из каких-то запасников. Реймонд. У нас проблема. Он добавил яйца в физштех. Забрался сюда ночью, чтобы подделать следы. Это не похоже на Реймонда.
Это так, хотя с некоторых пор мой медальон вибрирует, когда я вижу Реймонда. К тому же зарекание, откуда сам Азар Йевет родом. Боюсь, настоящего Реймонда уже нет на свете. Но я его видела только вчера. Значит, Азар скрывается с помощью иллюзии. Мы уже он это выяснили. Пытался мной манипулировать. Спасибо, Шани. Без тебя я бы это не выяснил. И что ты будешь делать теперь? Для начала поговорю с Калькштейном. Надо подготовиться. Уже. Так, ну чё, пошли разбираться с Реймондом. Других, в принципе, у нас вариантов нет. Не хотелось бы идти ночью на болото, но ничего не поделаешь. Ну что? Что? У меня есть результаты вскрытия. И? Не могу сделать четких выводов. Почему это? Как бы это... Я перепутал пробирки и полил труп чем-то разъедающим. Изучать то, что осталось, невозможно. Что, вообще ничего не осталось? Вообще. Все ошибаются, Реймонд. Мне надо подумать. Возвращайся позже. Ага. Не сейчас. Не сейчас. Окей. Что теперь делать? А? Ну тогда давайте подождем до утра. У этого у костра. Вернем ключ могильщику. И пойдем уже, собственно, к Реймонду. Ну, к Йеведу. Разумеется, но... Он же типа Реймонд, типа беспалевный. Ой, как больно. Я умираю. Ну так чё? Вперед. Блин, я думал, мне помогут там могила, там Мейс, все остальные. Нифига, всем насать. Ну, могильщик. Ключ. Узнал что-нибудь? В склепе лежит тело Реймонда. Но как же так? Я с ним совсем недавно разговаривал. Теперь я уверен. Предводитель Саламандр, маг-иллюзионист, притворяется, что он Реймонд. То есть пока я не сдал этот квест, никто не понял. В том числе и я, что Реймонд все-таки мертв. До этого это были какие-то воздушные догадки, да? Понятно. Гениально.
Я бы даже сказал бриллиант. Ну чё, Реймонд? Ты мне должен. Фиштех. Ну да. Теперь я все знаю. Калькштейн работал вместе с могилой. Я нашел неопровержимые доказательства. Что теперь? Мы устроим ловушку. Собирай снаряжение и приходи, когда будешь готов к опасной операции. Посмотрим. Что? Мне надо спросить тебя про начальника королевской стражи. Я видел его в городе не так давно. Он избивал голубых или еще каких-то извращенцев. Почему? А что тут непонятного? Все в городе знают, что начальник стражи ненавидит все, что называет извращениями, в особенности геев. Все знают, значит. Что? Окей. Я собираюсь взять могилу. Он сражается на стороне Саламандр. Хорошо. Это будет непросто. Что? Реймонд. Отличные новости. Ты будешь рад, Реймонд. Ты убил могилу? Да. Он больше не будет нам докучать. Но новости в другом. Скоро мы схватим Еведа. У меня есть план. Мы отомстим за твою семью. А могу я узнать, в чем заключается план? Я хотел действовать в одиночку, но если ты хочешь помочь... Разумеется, хочу. В конце концов, ты мне платишь. К тому же мы теперь друзья? Да, ага. Друзья. Значит, вот как мы поступим. Поскольку мы лишили его правой руки, могилы, теперь мы сможем сыграть на том, что нужно ему... и его прихлебателю Калькштейну. И что это? Магические секреты, скрытые в башне на болотах. Я знаю, как ее открыть. И мне нужно, чтобы ты кое-что сделал. Конечно. Чем я могу помочь? Пойдешь со мной на болото, а когда я открою башню, вынесешь для меня тайные книги. Нельзя, чтобы они попали в руки Еведа. Можешь на меня рассчитывать. Когда отправляемся? Немедленно. Мы должны получить то, что спрятано в башне, все книги и свитки, и использовать их в качестве приманки для нашего друга. А как ты собираешься открыть башню? Этот камень – ключ от башни, или часть ключа. Просто постарайся заинтересовать этим Калькштейна, как мы и договаривались. Так, ну чё? Какие у меня квесты? Обелиски. Так. Леоардену. Нужно рассказать. Я должен подготовиться к столкновению с фальшивым Реймондом. Хорошо. Должен поместить Сефирот на обелиски и войти в башню. Это все, конечно, очень хорошо. Мне теперь... Ну да, на дамбу. Ну давайте еще Леоардена оправдаем. Я в принципе готов. Мне слишком мало платят за такую работу. Я не знаю, будет ли это какой-то для него неожиданностью, что я в курсе или нет. Но надеюсь, это как-то нам поможет. Больно? Что? Может, я тебе не нравлюсь? Нет. Портовыми не интересуюсь. Проклятье, в горле пересохло. Да.
да? Я выяснил, что Йвет использовал иллюзию, чтобы замаскироваться под Реймонда. Настоящий детектив мертв. Впечатляет. Я так понимаю, у тебя и доказательства имеются? Конечно. Но тем не менее он очень могущественный маг. Тут я тебе помочь не смогу. Если у тебя есть время, подожди. Скоро в город прибудет эмиссар Совета Чародеек. Я не могу ждать. Тогда поговори с Калькштейном. Он не маг, но в том, что касается теории, ему нет равных. Спасибо. Ты знаешь, кто подписал ордер на арест профессора? Да, мой секретарь. Для чего? Это я распорядился, ведьмак. Просто отлично. Но мне все равно хочется знать, почему ты платишь охотникам за головами за борьбу с саламандрами? Саламандры мешают бизнесу. Твоему бизнесу? Моему бизнесу. Любому бизнесу. Слушай внимательно, ведьмак. Есть силы, о которых ты ничего не знаешь, которые ты даже не можешь себе представить. Я знаю, о чем радуйся он говорит. Радуйся своему невежеству. Леварден, я слышал такое количество напыщенных пафосных речей, что твоя меня ну никак не впечатляет. Плевать я хотел на твои силы. Мне нужно добраться до лидеров Саламандр и убить Азара и Веда. Все остальное меня не волнует. Именно. Хотел бы я посмотреть на смерть Азара Яведа. Если тебе удастся это сделать, найди меня, получишь куда больше 20 аренов. А если ты уничтожишь Саламандр, так вот, если ты избавишься от Саламандр, я тебе щедро заплачу за труды. Уничтожить Саламандр будет непросто. Я рассчитываю на твою помощь. Чем смогу, помогу. До встречи. Да? Да, Леварден. Спасибо. Так-с. Держи. Да и все, пожалуй. Пришло время отправляться на болото. Что ж, всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. В следующей серии мы будем разбираться с Йведом при помощи нашего супер-мега-хитрого плана. Как мы его раскололи, а? Увидели? Да, это я все сделал, да. Ладно, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока, до новых видео.